2020 вже на фініші. Пандемія коронавірусу сколихнула увесь світ. Тому для багатьох рік, що минає, асоціюється з COVID-19. Однак, певно, є й позитивні моменти. Напередодні новорічних свят ми вирішили дізнатися в народних експертів, чим їм запам'ятався 2020 та які сподівання на рік 2021. Много событий, которые были непредсказуемы. 2020 год запомнился изменениями нашей повседневной жизни, тем, что люди начали ценить, я надеюсь, ну, лично я точно, начали ценить больше сегодняшний день, момент, и у меня жизнь полностью перевернулась, разделилась на до и после. Ой, вы знаете, вот мне запомнилось это карантином, потом карантином и, в конце концов, карантином, да. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим вам 2020 запам'ятався? Декілька слів. І коронавірус все перекрило. Як тільки не включиш телевізор, так я вже останнє время вообще не смотрю. Единственное, що я смотрю із телепередач, так это статистику коронавируса. Уменьшается или увеличивается. Скорее бы это все кончилось, потому что слишком тяжело для всей мировой экономики. Чим вам запам'ятався 2020 рік? Вообще, на самом деле, столько всяких событий произошло за этот год, что, к сожалению, мало чего хорошего. В основном все только плохое. Но наше основное. Как продолжался конфликт, так конфликт и продолжается. Как Крыма не было, так, собственно, и нет. И нет никаких подвижек, как на мой сугубо личный взгляд, в эту сторону. Цены пока не падают, топливо не дешевеет. Все равно надеемся на лучшее. Какие у вас ожидания на 2021? Я надеюсь, что он будет лучше, чем 2020 год. Надеюсь, что победим на всех фронтах, и пандемию, и войну. Желательно, да, чтобы в городе хоть как-то порядки, на улицах понаводили. Грязно, сильно, мусорно. Вот. Ну, а так, не знаю, учебу наладить, до работу. Ой, ну, что можно будет куда-то ездить по Украине, в принципе. Что как-то наладится, будет, можно будет свободно гулять без маски. Ой, чтобы наконец-то у нас все было прекрасно в нашей стране. Чтобы люди ходили, улыбались, чтобы не было проблем. Медицина у нас была хорошая, дети радовались. Скажи, будь ласка, какие у вас ожидания на 2021? Від міста та взагалі? Ну, если вот... Ну вот прям вот если глобально, то хотелось бы, конечно, чтобы сработала вакцина, чтобы мы снова могли путешествовать, чтобы никто не болел, никто не умирал от города. Дай бог, чтобы такая тенденция, как была последние 5 лет, сохранилась. И появлялись новые локации, новые красивые места, улучшалась инфраструктура. Ну то есть вот если та же динамика сохранится, было бы классно.